Да, привет, друзья, меня зовут Вячеслав, это канал Bellifer Games, и мы сегодня постреляем, побегаем, поиграем в игру под названием Warhammer 40000 Bolt Gun. Русского языка я здесь не нашел, поэтому будем играть на английском. Средний уровень сложности выбираем и поехали. Вот они могут как хотят называть эти игры. Не думаю, что это что-то интересное. Какой-то здесь прям офигительный сюжет будет, но сомневаюсь. Это же просто бегалка, стрелялка. Чё он так грузно ходит-то? Такой здоровый. Вот они могут как хотят называть такие игры, но мы же все прекрасно знаем, что это Doom. Ага. А пистолет мне можно выдать? Я как бы с пилой не хочу постоянно бегать. Может, я где-то его пропустил? Зачем он мне предлагает нажать на кнопку V? Что это дает? Я в ловушку какую-то угодил. Эх, кровищи тут. Очень громкая игрушка. Я, конечно, поправлю все это тебе. А давайте я сейчас сделаю немножечко аудио потише. Потому что уши мне разорвет нахер. Так, поехали. Куда бежать, пока что не ясно. Какую-то карточку дошли. Пока что просто бегаем, веселимся, отстреливаем этих чувачков. Не знаю, кто это такие. Сюда? Нет, не сюда. Сюда. Не знаю, насколько она долгая, если честно. О, 2 минуты первый уровень. Вот это мы быстро с вами. Секреты не нашли. Ну понятно, секреты мы и не искали особо. Какая-то батарея. Горная батарея. Нихера себе, он весит, наверное, килограмм 300. На кого вздумал свою пушку поднимать? Падать не вариант. А может быть вариант? Нет, не вариант. А, вот же. Сюда? Да, нет, да. Отлично. Может, это секрет какой-то? Да нет, секрет. А, они сдаются? Да куда сдаетесь, пацаны? Ну, уже как бы без шансов. Они зачем-то руки вверх поднимают, когда я подхожу. Ну, я понимаю, конечно, увидеть такого здорового пацана с пистолетом. Это страшно, но у них уже нет шансов. Гранатка, что ли? А гранатку как? На Q, опа-на. Ну, это было... А, нет, у меня еще есть. Лови. А, ему похер, я понял, ты за стеной. Ну, ладно, давайте вот, если он будет сдаваться... Мы в него стрелять не будем, чё? А, ну я понял, да. То есть я хотел его пощадить, не убивать. А он притворился, что он сдается, сука такая. Подождал, пока я ближе подойду, и начал меня стрелять.
Это нихера не по правилам. Я стараюсь быстро проходить, нигде особо не задерживаться, потому что, ну, игра, она на это и рассчитана. Неплохо. Игра, она и рассчитана на такое быстрое прохождение. Залетел, пострелял и дальше погнал по своим делам. Какие-то жирные прям. Мне нужно пушка посерьезнее, наверное, дробашок. Куда? Чего? Все. Я запутался. Через стену перепрыгнуть? Нет, не разрешает. Временами непонятно, куда идти. Бляха, ну прикольно, пока они разносят, и вообще большинство такие. Смотреть на них жалко. Чего? Почти попал. Я тоже почти попал. Скоро, пацаны, научимся попадать и вы, и я. Ух, ебать, мясо. Держи подарочек. Все, гранатки закончились. Бля, прикольно. А ему, короче, это до жопы. По своим, давайте, пацаны, помогайте мне. Есть гранатки? Нет гранаты. Бля, хпшки много набрал. Они в меня вроде попадают. У меня хпшки очень много. Эх, секрет нашли. Вообще круто разносится. Тут боссы какие-то будут, интересно? Давай, пока у меня ярость. Глаза красные, я хочу убивать. Где вы, ребят? Так, это тоже какой-то секрет? А, нет, вот наверх же есть. Наверх же проход есть. Чего это я? Еще один секрет. Да ничего себе у вас секретов. Так, гранатка. Тут еще на F какая-то ускоряшечка. Привет. Пока что легко проходится, вообще легко, задорно. Но может быть потому, что я уровень сложности средний выбрал. Может быть, страдания были бы на тяжелом уровне сложности. Но я не хочу страдать, я хочу развлекаться, я хочу прийти сюда, убить всех, кого могу, и пойти дальше по своим делам. Ебать, вот это прыжок. Ух ты, спасся, нифига себе. Так, давай еще раз. Он как-то полетел не по той траектории, по которой я думал. А вот эта пушка. Нам ее уничтожить нужно. Ракету прям в голову поймал. Смотрите, у меня уже броня закончилась. Все-таки не так безнаказанно, как я думал, я их могу убивать. И жабы живучие. Подожди, я сейчас приду. Блин, очень живучие жабы. Кнопочка F, она, наверное, как-то их тараном может убивать просто и... Нет гранат, блин, вот это да. Поехали, поехали, поехали. Лови. Нормально. Ой, хорошо попал.
Я хочу босса какого-то увидеть, большого босса, чтобы мне было с ним сражаться прикольно. А чё они между собой стреляются-то? Опа, секретик какой-то, что ли? А, прошли миссию, хорошо. За 6 минут, но это мировой рекорд. 100%, 81% киллов, то есть практически всех еще убили. 2 секрета нашли. И мы вошли в какое-то здание. Секретные империалисты какие-то. Окей. Секретные империалисты. Ну тут уже видно, ошметок много. Кто-то здесь уже проходил. Но это же босс мой, которого я ищу. Всяко здесь прошел босс, которого я ищу. Это лабиринты понеслись. Чего? Прятались за бочками. А где же дробышок? Где же дробышок? Какие-то инопланетяне. Но они разносятся тоже так же сами. Смотри какие. Куда? Наверх? Нет, не наверх. А, сюда. Блин, временами тяжело найти проход. Тут так сзади жестко нарубывает. Ты броню мне снес. Ключик. А куда ключик? Непонятно. Так, это я назад иду, правильно? Или... А, вот сюда, смотри, как, блин, интуитивно все понятно. Вот патроны на дробаш дают, а дробаша у меня нет. Ну, 100% я его пропустил где-то. Нужен какой-то магический ключ. Ладно, а где его взять? Ребят, есть магический ключ? Такой фиолетовенький. Зачем подорвал, не знаю. Просто оно так все прикольно взрывается. Допрыгнем, нет? Допрыгнем, нет, допрыгнем. Смотри-ка, какая-то пониженная гравитация. Мы на Луне, что ли? Блин, умираю. Блин, умираю. Кто? Кто ты? Что это за фаерболы? Ламер какой-то. С одним автоматиком так-то да, далеко не убежишь. Может хватит уже, пацаны, откуда вы спамитесь? Опять здоровья мало. Ну да, но на сложном уровне здесь просто будет, конечно, вынос жопы, потому что... Мне уже здоровья иногда не хватает. А вот и ключик. Не, пойдем обратно, нахер надо, их там дофига, а я тут сзади всех перебил. Во, ну зачем идти обратно по толпе монстров, когда ты можешь пробежаться там, где уже никого нет?
Что он там рассказывает нам? Какой-то череп наш друг, походу. Он нам что-то постоянно рассказывает. Босс будет сегодня? Вот ты босс. Нет, ты не босс. Держи. Или босс. Блин, не, ну так-то может и босс. Какой-то довольно тухленький. Дробовик можно? Ебать. Не получилось почему-то этого огненного разрезать пилой своей. Ну-ка еще раз, давай, ну. Ну режет, по-моему, но я больше хп трачу на это все дело. Сколько их тут? Ёб твою мать, сейчас умру, сейчас умру, умру сейчас. Пацаны, не надо так жестко дамажить. Смотри, 4 здоровья осталось. На волоске вообще. Дайте аптечку, ребят. Аптечка нужна прям, ой как нужна аптечка. Срочно. Гранаты. Ну, почти нормально, но не аптечка. Все, добегался. А где? Да ладно, с ключа. Далеко как? Ладно, а ты мне нужен? Нет, ты мне вообще не нужен. Поехали. И ты мне не нужен. Сейчас половину проскипаем. Блять, проскипал классно. В ту сторону скипаю, давай сюда. Во. Пробежим, уносится как торпеда. Что, пацаны, не ожидали? Не ожидали? На-на. Стой. Нормально. Вот и мы. Блин, да, тут надо уже аккуратненько смотреть за здоровьем. Поехали, нет? Все так сложно, потому что у меня нет дробыша. Было бы намного проще, если бы у меня был дробовик. Как можно было сделать игру, в которой ты можешь скипнуть дробовик? Он же должен быть какой-то на контрольной точке или типа что-то. Во, пушка. Во, вот это нормально, ребят. Она такая медленная. Ну, лупать это здраво, судя по всему. Ну, не сказал бы, что прям уже здраво. Вот этих больших можно убивать. Сколько принял до лицом? Сколько принял патронов, блин? Те, что стреляли у меня все, я их принял. Так. Почему закрыто? Мне нужно всех убить? Бляха ты, муха. Внезапный какой. А что закрыто, собственно?
Она в землю, когда попадаешь, тоже дамажит. Ладно, давайте попробуем на эту. Она как-то все-таки побыстрее. И смотри, что делать, я сейчас опять умру. Аптечка есть? Дайте аптечку. Спасибо, вот это да. Да как ты попадаешь-то по мне? Что делать нужно-то? Что граната? Вот это да. Чё-то ебать так жестко начали. А вы тут бесконечные, да? Ну конечно, если они бесконечные, чё же не ебать-то? Может быть, я не туда пришел? Они отовсюду попадают, да блин, чё же вы такие меткие-то? ХП, спасибо большое, пацаны. Как вон туда залезть? Тут можно прыгнуть. Во, да, прыгнуть можно. Бам! Секрет. Ну не знаю, нормальный секрет или не очень. Что ты даешь секрет? Неуязвимость было бы неплохо. Нет, не неуязвимость. А там открылась дверь вообще? Да, открылась. А тут еще одна. Ух, вот это уровень, ничего себе. На этот потратили уже 10 минут и 74% убитых. Один секрет. Сложность медиум. Вот это да, ребят. Не так все просто, оказывается. Нужно немножечко поаккуратней. Просто так не получится пробежать на морозе и все. Здесь чего? Тоже ключ. Ты такие, блядь. И здесь ключ. К чего ключи это понапихали? Вообще не понял, в кого стреляю, но в кого-то попал. Так, красный ключ, он у нас, по-моему, был где-то здесь. Блин, они такие мелкие. Так, здесь ничего. То, что они спавятся бесконечно, ну это такой себе прикол. Где красная дверь-то? Нет. Она же тоже где-то внизу была. Вот она. О, дробаш. Так я его не пропустил, получается.
Вот, ну уже получше будет. Хотя как посмотреть? Долго у него перезагрузка идет, перезарядка. Угу. Да ты иди ты, он такой маленький, в него не попадешь. А здесь что мне нужно было? Дробовик только взять или что? Чего ты мне показываешь? Куда? Сюда? Пошли, куда? Говорит, дурной навигатор, если честно. Он говорит, катакомбы и... И все. И никуда меня не ведет. А, вот проход какой-то. Блин, так все запутано. Ключ. С этих мелких их проще с автомата отстреливать. Что-то похожее. Да, вот. Теперь у нас есть еще один ключ. Блин, что не говори, автомат самый классный, его бы как-то улучшить, и было бы вообще обалденно. На урон, например. Или чтобы пульки там разрывные какие-то были, было бы прикольно. Много здоровья, много брони. Сейчас будет босс. А чё я здесь добыл? Я же здесь был. Блин, я что, не ту дверь открыл? Зачем я сюда пришел? Хорош, пацаны. Окститесь, окститесь. Куда идти? Где ебаный тотем? Значок Квейка, что ли? Отсылочка была Квейк. Прям перед носом появляются. Ого, блядь. Жаба прискакала. Хорош. Сколько вас тут? Ебать, ты чё такой большой-то? Держи третью. Три гранаты сожрал. Ты сдох там, нет? Пацаны, окончаться мы сегодня будем. Здоровье не бесконечное, пожалеть не нервы. А, вот, это надо продержаться тоже. Ну иди. Надо здоровье по максимуму собирать. Либо продержаться, либо как можно больше убить.
Эх, как их много. О, блин, здоровье улетело. Открылась, нет, дверь-то? Нет, не открылась. Печально. А я все аптечки съел уже. Может, на той стороне мы не были. Нужно эти крохи подбирать, бо умру. Бо умру. Куда? Аптечек больше нет, серьезно? Плохо. Есть что? О, да, отлично, блин, секреточка. Ну я знал, что они где-то приханырили. Ты еще где? Где-то моя пушка. Как жестко эта лягушка дамажит. Ну, посмотри, здоровья как и не было. Дверь открылась? Да, открылась, отлично. Еще один ключ. А куда его? Так, это ключ как Quake, да? Получается на противоположную сторону. Сюда. Я не заметил, что тут есть замок. Один хп, ребята, один хп. Вот это да. Не-н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 е. Как жестко-то. На волоске прям остался висеть. А что делать-то? Да ладно, опять прожить? Вы что, издеваетесь? Это невозможно. Ну, по крайней мере, если аптечку не найду, это точно невозможно. А можно мне показать выход хотя бы? Покажите выход. Ага, вот, выход вижу. Ну, я не продержусь. Блин, нужно было секреточку оставить на потом. А не сейчас-то ее юзать. Это я молодец. Ну ладно уже, как есть, так есть. Так это не пройти, это все, это конец. Вон жаба огромная. Понимаю, нужны большие жабы выносить как-то. Блядь, как сложно-то. Фух. Ладно, давайте на этом заканчивать, ребятушки. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Посмотрим, что с этой игрушкой, будем проходить ее дальше или нет. В принципе, побегать можно, но на прохождение это как-то не очень. Ладно, всем увидимся, всем до встречи на новых игрушечках, ребятушки. Всем пока.